Акула. Алекс, смотри, шарк. Вон их сколько. А сколько они стоят, Алекс? О май гад, смотри, их сколько. $19, not bad. Кому надо купить. Вот крокодилы. Кстати, зубы очень острые. А это чьи зубы, Алекс? Что написано? Как целый батальон крокодилов. Написано Myrtle Beach, North Carolina. Туда-сюда крути. Они как будто плавают. Возьми, домой возьми. На холодильник, да? О, всяко-всячина. Ракушки океанические. Все на продажу. 6,99. Вот наш отель виднеется. Бледно-розовый с куполом. Это North Carolina, побережье океана. Сейчас мы к океану пойдем. Наверное, на машине поедем. Мы машину взяли. Ну, так недалеко вообще. Сейчас вам покажу океан. Время 4 часа. Так, едем на океан. Вот наш отель, наши лежаки. И мы идем к океану. Вот Алекс готов. Алекс, привет, мой дорогой. Ой, какая погода, как пахнет здесь. А там бар, по-моему, да? Музыка. Вечером придем, да? Let's go. Идем к океану. Вот по такой тропиночке. Кстати, в Майами тоже такая же. Красивая обстановка. Вот наш отель. Такие ступенечки уже в песке. Вот так. Вся наша улица. По песочку идем. Дай сниму. Я одела вот такие шузики, чем сланцы. Думаю, что одну ходить хочу. А без обуви по песочку. Так. Мои джигиты впереди. Камыши какие-то здесь растут. Чисто, мусора нет, специальные вот
мусорные баки стоят. И вот он, океан. Побережье Северной Каролины. Это штат Северная Каролина. Вот полоса океана, и вот все отели. Да, иду. Песок белый, такой мягкий. Ну, сейчас, наверное, залезем в воду, покупаемся. Я надеюсь, вода не холодная. В Калифорнии холодная всегда вода. Но мы все равно купались. Ну, не заплываем далеко, я плавать хорошо не скажу, что не умею, это точно. Плавать не могу. Вот он, океан. Слышите шум волн? Ракушки-то смотрите, сколько их. В Калифорнии сколько? Холодная? Холодная вода. О, нет, за все я не залезу. Холодная. Холодная. Как люди купаются. Вот волны. Холодная. Майами теплая. И волны красиво наступают. Кстати, в Техасе тоже теплая вода была в Галвестоне в октябре в прошлом году. Наслаждайтесь просмотром. Всем желаю побывать здесь. Воздух прекрасный. Дышу, стою, дышу. Просто купаться не буду. Холодно. Вода холодная, но постараюсь, может, завтра залезть. Время 5 часа вечера. Солнце уже так не обжигает, как до 3 было. Думаю, я до 3 не поэтому не пришла. Жгучее солнце было. Ах, холодная вода по ногам. Столько ракушек. Наберу их домой, ракушек. Давайте ракушек наберем. Они все поломанные, но вот одну я нашла. Заберу, вот она. Можно составить, знаете, купить рамочку, приклеить ракушки и сделать что-то для ванной. Знаете, как декор какой-то красивый. Вот. Давайте еще поищем. Еще такая же вот. Большие вот все, они какие-то разбитые. Я не знаю, или волнами они разбиваются о камни, и потом выбрасываются сюда. Тоже разбитая ракушка. Вот маленькая какая-то, я тоже ее возьму. Вот. Вон сколько разбитых волнами приносит побережье. Но я не вижу целых. Волной приносит и выбрасывает сюда. Но, видимо, они уже разбитые, а камни бьются. А вот еще нашла. Неразбитая. Одной формы, да?
Сегодня, завтра нас собираюсь, домой заберу. Здесь можно ногу поранить. Здесь такие осколки острые есть. Вот еще не разбитая. Вот волной приносит опять. Сколько ракушек. Все разбитые почему-то, но огромные есть. Привет, птичка, привет! Ты куда убежала? Лежаки от нашего отеля. Вот территория нашего отеля. Вот он, океан. Пальмочка, птички, невелички. Вот наш отель, и мы на 8 этаже. Вот. И окна смотрят на океан. Вот волны разбушевались. О, такая красивая пальмочка. Пальмочка, я тебя обожаю. Я люблю пальмочки. И вот территория вся в пальмах. Это же красиво так. Невозможно передать красоту пейзажа. Это вид с балкона, с 8 этажа. Шум волн прям сюда слышал. Вечерний Мерл Бич. Выехали перекусить. Вот такая у нас улица красивая. С отелями и с магазинами. А, кстати, купили воды, молока, вечером печенье. Перекусить. А, ну, всяко разно. Пили по мелочам. Взяли крем. От загара, а завтра, чтобы во время прогулки не сгореть под жарким солнцем. Вот такая красивая у нас улица. Люди прогуливаются, воздух. Шикарный воздух, шикарный. Вот такая вот у нас улица. Это какой? Это Courtyard. Beautiful hotel. Spring Hill Suites. Next time вот этот отель надо взять. Очень красивый, новый такой. Мы первый раз в этом городе, поэтому сейчас только ознакомливаемся. В следующий раз, если приедем, то будем знать, куда и где останавливаться. Вот такие красивые отели. Красивый отель. Камелот. А что же неплохой отель. Вот такая красивая улица. У нас стекла немножко запылились в машине, пока мы ехали из столицы штата к побережью. Поэтому немножко будет размазня. Вот это тоже отели огромные. Атлантика, тоже красивый отель. А это Роксана. Роксайн. Такие улочки. Кто захочет побывать здесь, приезжать. Для семьи очень спокойное место. Намного потише, чем Майами, Орландо.
другие, Лос-Анджелес, побережье, Венес, там немножко шумно. А для семьи здесь хорошо, спокойно. Развлекательные учреждения, яхтмен, тоже отели там. Так, стоянки, Pancake House. Live music, наверное, здесь где-то ресторан. Я walk down here. We can walk. Хорошие. Да, всюду магазины, ну, под разными названиями можно купить, ну, всевозможные атрибуты для вашего купания, для вашего отдыха. Если забыли что-то, то можно всегда здесь подобрать для себя и шортики, и сланцы, и полотенчика. Ну, все в магазине есть, все, ничего не надо везти с собой, грузы и назад везти потом. Здесь все купить в небольших футлярчиках и попользоваться. Вот такая вот у нас здесь красота. Ну вот, друзья, 10:30 уже почти ночи. Вот облака и океан. Сегодняшний день закончился. Поехали, поели пиццу в итальянском ресторане, немножко соков выпили свежих, приехали. И, скорее всего, сейчас посидим на балконе и подышим воздухом. Просто подышим. Вот, все везде уже у нас тут пусто. Все люди в своих гостиничных номерах или же в ресторанах. Рестораны работают до утра. Ветер прохладный с моря. Такая красота. Всем с хорошего дня. Кому-то спокойной ночи. Пусть каждый, у каждого будет мечта, и пусть она сбывается. Ваша Гульшан. Они видите двигаются, его? Крабы. Его, вот. Ой, вылазит краб. Это мы в магазине около океана зашли купить себе какую-нибудь одежду. А тут у них крабы. О май гад. Вау. Они двигаются. Усиками шевелит Алекс. Они прячутся. Вау.